Сейчас очень сложное время, в которое мы живем, когда люди потеряли ориентиры, нет какой-то стабильности, внешней надежности, какой-то кризис, стресс. И сейчас то самое время, когда каждому человеку нужно найти внутреннюю опору. Опору в своих каких-то самых главных ценностях, обрести внутреннюю силу. Сейчас время, когда будет проверяться именно способность человека управлять своей жизнью, а не зависеть от внешних обстоятельств. На этом тренинге мы будем работать именно с этим, чтобы каждый участник тренинга смог обрести этот очень надежный стержень в себе, определился со своими самыми главными ценностями, смыслами жизни, обрел внутреннюю силу, раскрыл свои внутренние ресурсы и обрел квалификацию, навыки, опыт, как проявлять все это в реальных жизненных обстоятельствах. Мы будем работать в том числе с разными трудными жизненными ситуациями. Сейчас у каждого человека они есть в той или иной степени в жизни. У кого-то не ладится что-то в семейных отношениях, у кого-то рушится бизнес. Кто-то чувствует внутреннюю неуверенность или входит с какими-то эмоциями, вина, гнев, обиды или что-то, или просто потерялся в жизни. Так или иначе, это тренинг о том, как обрести самого себя, вот эту связь с самим собой настоящим. Очень многие люди играют различные роли в жизни, и поэтому есть неудовлетворенность. Нам нужно будет определиться, кто я на самом деле, какие мои самые важные жизненные ценности, найти вот этот вектор моего собственного развития. Помимо того, что мы будем работать с разными трудными жизненными ситуациями, и каждый человек, он сможет наблюдать, как эти ситуации будут меняться прямо в ходе тренинга, не когда-то потом. Помимо этого, наша задача будет состоять в том, чтобы помочь каждому человеку раскрыть свой творческий потенциал. Те какие-то ресурсы, таланты, способности, качества, которых, может быть, человеку сейчас в жизни не хватает. Поэтому, с одной стороны, в этом тренинге идет работа с какими-то текущими ситуациями, чтобы разрешить те жизненные сложности, которые имеет человек сейчас. Но с другой стороны, мы стараемся заложить такой очень глубокий фундамент для позитивных преобразований в жизни человека, которые будут работать на очень долгий период. Если говорить о квалификации человека, который мог бы участвовать в этом тренинге, или, иначе говоря, для кого он? Это тренинг для любого человека, для любого, кто готов принять полную ответственность за свою жизнь. Для того, кто готов отказаться от того, чтобы обвинять других в своих неудачах или испытывать некую зависимость от того, что вот у меня что-то не получается, потому что другие что-то не делают. На самом деле каждый человек хозяин своей судьбы. И вот эта точка силы, через которую начинает все меняться, через которую раскрывается эта позитивная энергия жизни, она находится внутри человека. Наша задача будет в том, чтобы найти ее. На что еще обращу внимание, в нынешнее время для каждого человека очень важно почувствовать дружбу, близость. Сейчас очень многое все меняется на внешнем плане, такое время перемен, когда нам трудно даже уследить за событиями. И вот эта неуверенность, она становится все более и более сильной на внешнем плане. И вот в таких обстоятельствах именно крепкие связи, способность устанавливать такие связи, дружба, любовь, уважение, благодарность, это некие такие нерушимые качества настоящего человеческого характера, которые очень и очень важны в нынешнее время. И с этими связями, то, как они раскрываются, что нам может помочь их формировать, как обрести этот опыт, вступать в такие отношения и развивать такие отношения, это будет еще одна наша очень важная задача в этом тренинге. Ну вот, примерно об этом будет идти работа. Я надеюсь, что наша с вами совместная практика, она, с одной стороны, даст очень большое вдохновение прямо в ходе этого тренинга.
И с другой стороны, заложит такой очень большой практический опыт, как все эти навыки и знания использовать в реальной жизни.